Приморская краевая филармония открыла 83-й концертный сезон. После года перерыва творческие коллективы Приморского края примут участие в культурной программе Восточного экономического форума. Гостям ВЭФ на острове Русском на улице Дальнего Востока на основной сцене перед павильоном Приморского края будет представлена яркая шоу-программа «Top of the Pop». Была выбрана на основной сцене наша программа, которая с большим аншлагами и с большим успехом проходит у нас в филармонии. Это Top of the Pop, это коллаборация наших артистов, солистов, инструменталистов и группы Коин. Открытие концертного сезона начнется с премьеры Тихоокеанского симфонического оркестра «Легенды русского рока», где зрители смогут услышать самые известные роковые произведения в новом звучании. Также сезон удивит новая программа, сделанная в СССР, в которой прозвучат инструментальные и песенные композиции ушедшей эпохи. Открытие сезона будет недавняя, совершенно новая программа, сделанная в СССР. Это, знаете, такой некий путь от 80-х годов, 70-х до постсоветского периода, да, до Кузьмина, Леонтьева, Пугачевой, Лаймы Вайкули, вот в сторону уже больше 90-х годов. В течение года продолжит свою работу музыкальной лекторией с участием солистов Приморской краевой филармонии и проектов «Виртуальный концертный зал», благодаря которому у поклонников классической музыки есть возможность услышать всемирно известных исполнителей, не выезжая за пределы Владивостока. Мария Киреева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.